Всем привет! Продолжаем прогулки по Петербургу. Васильевский остров, здесь я живу. Еврейский сиротский дом, мореходные классы, детский дом. 10-я линия, дом 37. Архитекторы Залесский, Бернштейн. Год постройки 1881, 1882, 1907. Стиль неоренессанс. Я пользуюсь данными сайта сети Волос. Еврейский сиротский дом. С начала 1880-х годов архитектор Залесский Игнатий Павлович. Мореходные классы 1902-1904, 1907 инженер Бернштейн, надстройка. Детский дом после 1917 до 1970-х годов. Рано Василеостровского района с 1900-х годов. Основную часть участка 37 занимает сад. В начале 1880-х эту землю приобрел Дамский комитет еврейского сиротского дома. По его заказу архитектор Залесский построил трехэтажный жилой корпус, обращенный главным фасадом в сад. В 1902-1904 годах помещения были сняты для занятий мореходных классов. Мореходных классов Санкт-Петербургского яхт-клуба и училища дальнего плавания. В 1907-м инженер Бернштейн надстроил четвертый этаж. После Октябрьской революции здесь до 1970-х годов находился детский дом. С 1990-х здесь размещается отдел культуры и образования Василеостровского района. В 1881-м для приюта было построено каменное трехэтажное здание, в котором в 1883 году были устроены мужское отделение и ремесленное училище по столярной, переплетной, швейной, коверной и чулочной мастерскими. Для женского отделения в том же году было приобретено деревянное здание. В сиротском отделении воспитывались в разные годы от 50 до 100 детей. Средняя стоимость содержания ребенка в нем составляла около 185 рублей в год. В 1910-е годы при заведении работала педагогическая комиссия, в которую кроме преподавателей и членов Дамского комитета входил Санкт-Петербургский общественный раввин Айзенштадт. Все дети были распределены по возрасту на 5 отделений в совместном обучении мальчиков и девочек. Все учащиеся первого старшего отделения подвергались устному и письменному испытанию. При Петербургском городском училищном совете в знании курса начального училища и все получали установленные свидетельства. После революции заведение было преобразовано в государственный еврейский детский дом, где воспитывались дети, потерявшие родителей во времена гражданской войны. Ну и в настоящее время в здании помещается управление образования и культуры Васильевского острова. Ну еще такая справка. В 1890 году жена знаменитого барона Гинзбурга Анна Гессельевна основала здесь еврейский сиротский приют. Впоследствии финансирование этого учреждения взял на себя ее сын, золотопромышленник Александр Горациевич. Я о нем как-то рассказывал. Управление приютом перешло к Дамскому попечительскому комитету под председательством баронессы Матильды Юрьевны Гинзбург. Это, вероятно, жена Давида Гинзбурга. Лечил детей Григорий Исаакиевич Дембо, врач еврейской богадельни, представитель знаменитой петербургской династии врачей. В послереволюционное время бывший еврейский приют на 10-й линии был назван 76-м детским домом. Настоящим отцом детей стал вновь назначенный заведующий Зиновий Аронович Кисельнгов. Ну вот так вкратце, пользуясь данными сайта City Walls о еврейском сиротском доме. Мореходные классы, детский дом Рано, который находится у 10-й линии, дом 37. Пока-пока, до свидания.